Очень уже опытного словацкого нападающего. Атлант Спартак сейчас совсем скоро уже начнется эта игра. Помимо ЦСКА, который явно на первой строчке, вот московский динамовцы на третьем месте 67 очков, а 92-й. Защитники Вишневский, Мирославов, выход 2 в 1, Углера, у красно-белых. И мог уже сам, наверное, бросать Денис Бодров. Чуть было не забивает себе, да, Бранко Радивоевич не попадает в створ ворота. Тут пытается Ружечка. Спица за шайбу, второе предохранение. Ружечка 14-й, Берник 36-й. Ловичек, Ружечка 8-й. Какой момент! И как же сейчас шайба не попадает в ворота? Или что, Ружечка скидывает вверх руки. Сейчас будет, конечно, видеопросмотр. Еще раз смотрим. Ружечка бросает. Каким-то просто неестественным образом реагирует Барули. Поворачивается Юнков, который Александр Брой. Юнков, напомню, Спартаков, тут какой момент! Это Александр Ковалистый! Передача за ворот, и посмотрите! И спартаковцы выходят вперед! Вот это да! Ошибается. Жердев один на чистом углу. Здорово, как все сделали. И Юнас Андерсон с третьей попытки все-таки обрабатывает шайбу. Роман Кузьмичев, когда давал ручки, вот здесь тоже Коля показал, что будет бросать, выманил вратаря на себя. Он сам смутил его. Здорово. Поставлял пушку, и опять Жердев приводится вперед. Сейчас на льду Нискала, Глухов, Шишканов и Зубарев у Атланта и у спартаковцев. И спартаковцы сейчас держат шайбу, даже подходит в район. Бенуа идет вперед, ничего не боится. Сделал Штефан Ружечка. Так, второй плюсик ставим. Купер уходит. Капитан Атланта. Штрафной бросок.
Атланта. Вот нам супруга Константина Барунина показывает. Это очень важный момент.